союзное государство. Для меня это прежде всего, наверное, семья. Потому что в России, как в России, так и в Украине, у меня есть большое количество друзей, знакомых, родственников. И для меня это на самом деле общий народ. И таким образом эти отношения поддерживаются благодаря этому конкурсу. Это очень важно сохранять и делать так, чтобы это обретало, может быть, даже и объединяло еще большее количество государств. Мое сердце ты послушай, слезы поцелуй мои.